Представляешь, был пьяным, позвонил в полицию, сказал, чтобы подвезли еще бухла. Жалеешь теперь? Ага, столько содрали. Подписываемся и слушаем дальше. Обещаешь там жениться, обещаешь, да все что-то да мешает. То некогда, то денег нет, то за картошкой в магазин нужно сходить. То штаны старые, то жена не разрешает, то другую полюбил. Степан! Вовочка, где работают строители? На стройке, Марья Ивановна. И чем они там занимаются? Кладут друг на друга кирпичи. Липтико! Фима, ты чего весь в слезах? Хотел разменять $100. Неужели это так трудно? Легко, но у меня их нет. Пьяный мужик поздно ночью возвращается домой, где его встречает разъяренная жена. Дорогая, пить сразу будешь? Нет, сначала покормлю. Гуманная ты моя. Сёма, а вам нравятся девушки, которые живут полной жизнью? Смотря сколько это в килограммах. Сёма, за что ты вчера так громко ругал своего сына? Да купил я ему новые ботинки и велел шагать по лестнице через ступеньку, чтобы подошвы меньше стирались. И что, он тебя не послушал? Этот маленький и жадный еврей начал перешагивать по две ступеньки и порвал штаны. А ежи! Учительница задала на дом подготовить небольшой рассказ о Цезаре. В итоге трое из 24 детей в деталях рассказали, как приготовить салат. Я разделась. Девушка, я же вам сказал, что я не доктор, а ветеринар. А вы представьте, что я кобыла. Дед, ходят слухи, что ты к девкам бегаешь. Да, был вчера у Матрёны. Она 70-летие отмечала. Холостого мужчину спросили. У тебя кот шарахается от пылесоса. А кто его знает? Прошло всего лишь 3 месяца. Как мне кота подарили? Первая родительская проблема – объяснить детям, как вести себя в порядочном обществе. Вторая – отыскать порядочное общество. А кто это сделал? У меня сегодня вместо головы кубик Рубика. Ничего не складывается, зато ярко и красивенько. Водитель троллейбуса съел Сникерс и не тормозил 4 остановки. Доктор, какой завтра день? Следующий. Аннигиляторная пушка! Сынок, отгадай загадку. Кто ходит в костяном пальто? Мам, так это же Костя. Плохо, когда нет настроения. Вот у меня оно всегда есть. Правда, иногда хреновое. Подписываемся, кликаем на колокольчик.